Ха-ха-ха! Смешные видео у Адорчика! Но я знаю, что никто не поставит лайк на этот ролик! Ха-ха-ха-ха! Да, я тоже так думаю! Подписчики Адора не поддерживают его! Я тоже так подумал. Ну, все будут ставить дизлайк. Ха-ха-ха-ха! Он останется без лайков! О, да! Лайки не поставят! Адорчик! Просыпайся! Адорчик! Адорчик! Адорчик, вставай! Что? Мамуля? Что случилось? Вставай, Адорчик, долго спишь уже! Что так долго спишь? Блин, мне ужасный сон приснился. Сказали, что внутри там во сне, что лайки не ставят. Что? Нет, все лайки ставят, ребята, вы же ставите? Давайте прямо сейчас поставьте лайк! Да, мамуля, я думаю, все поставят лайк. Теперь мы живем с тобой в домике на дереве. Что, серьезно? Да, нас вытеснили с той квартиры, с того дома. Теперь мы с тобой будем жить. А где батя? Так, он где-то сверху, посмотри. Так, сверху, ладно. Батя, ты тут? Батя? О, Адорчик, теперь мы с тобой будем жить в домике на дереве. Ха-ха, это теперь наш новый дом. Что, серьезно? Ну это круто, слушай. Да, ох, какие классные постеры ты нарисовал. Да, вот это краб, вот это звездочка. Ну, у меня тут очень круто. Это я так сделал свой домик на дереве, прям прокачал его. Отлично. У тебя там еще сверху что-то есть, да? Да, сверху тоже есть комната. Но, слушай, а почему вас выселили? А, денег не хватило, ну ладно. Слышь, ты слышал, да, что человек в маске вернулся? Надо быть осторожным. Чё так долго идет эта очередь? Нам и так не хватает еды. Почему так мало еды в городе? Да, мало еды. Слушайте, ребята, я не знаю, но какие-то, знаешь, зайчики пришли, все разобрали, купили у меня. Ладно, мам, пап, я съезжу за продуктами к Шаолину. Надо купить много этих продуктов, а то что-то заканчивается почему-то. Отлично, давай съездим. Надеюсь, Шаолин на месте, у него нет этих выходных. Здорово, Питер! Как дела? А? Что за тут очередь такая из жителей? Давай поставим машину сюда. Ребята, что за тут ажиотаж, я не понял? Ничего тут происходит? Эй, Адорчик, ты слышал, что в городе что-то, блин, еда заканчивается? Я не знаю, как будто какие-то крысы понаходились тут, понаезжали наш город. Крысы? Ты серьезно? Да. Блин, не хватает, прикинь, хлеба, молока. Что? Да, Адорчик. Да я тоже в шоке. Вот сижу без еды. Что происходит? Мне кажется, либо что-то происходит в старом доме. Давай ты узнаешь, какой там сосед, что там происходит. Ладно, хорошо. Ну, для начала подождите, ребята. Давайте вы успокоитесь и разойдетесь по домам. Я узнаю, мне кажется, все-таки это какой-то новый сосед. И он что-то вымышляет. Да, Дор, надо узнать срочно, что происходит. Все пончики, всю еду разнесли. Да, смотри, одна коробка, а все остальные пустые. Только одна осталась. Да, без пончиков мы не выживем. Иди узнай, что происходит. Так, ладно, хорошо. Так, пока мы наизнанке, отлично, я хочу вам кое-что оповестить. Теперь мы будем нападать на этот город не простым способом, а очень жестким. Каким? Каким, босс? Каким еще? Что-то как-то страшно стало даже самому. Это хорошо, что даже вам страшно. В общем, мы будем, знаете что? Босс, не томите, говорите быстрее. Создавать вам теневых клонов! Умножение на миллионы раз! Что? Теневых клонов? Типа нас будет очень много? И начнем мы с первого. Это Крош-смешарик. Он уже в деле. Я ему сказал, сегодня будет жарко в городе. Ха-ха-ха-ха-ха! И про изнанку еще никто не знает. Они думают, что изнанки нет. Но...
проклятая дверь-то существует! Ха-ха-ха-ха! Хорошо, давай рассказывай, что случилось? Адорчик, кажется, не время сейчас рассказывать. Что такое? Ну рассказывай, что ты, почему закончилась продукция? Ты давай повернись лучше. И боевая готовность. Что тут происходит? Что? Эй, Адор! Тут 1000... кроликов! Что происходит? Что? Кроши? Подожди, это кролик или зайчик? Что происходит? Наверное, зайчик, я не знаю! 1000 зайчиков этих напали на город крошей! Да ладно! Ребята, кажется, тут что-то не так. Вы думали, что я просто так вас отпущу? Жители городка Dark Riddle. Сегодня мы повеселимся знатно. Да, жители? А ну-ка, свалили отсюда, вы что тут делаете? Так, давайте, мои подчиненные, истребите этот весь город и всех жителей. По плану человека в маске мы должны это все сделать за один раз. Так точно, босс! Мы это все сделаем! Вот же, блин! Они напали и захватили всю, почти весь город! Что происходит? Питер, ты нормально все? Да! Ну, странно, они ничего не делают, они просто захватили эту местность! Да, они просто стоят и прыгают! Что происходит? В чем секрет? Не знаю! Может, у них есть свой план? Да, я тоже так думаю. Нас 1000! 1000 зайчиков-кроликов! Наивные вы людишки. Вы думаете, что сможете противостоять с каждым моим монстром? Не тут-то было! Ухо! Ха-ха-ха-ха!